среду в Самарской области пасмурно с прояснениями. Местами пройдет дождь. Днем плюс 12, плюс 14, ночью 7-9, выше 0, ветер западный 3-5 метров в секунду. В Сызрани пасмурно без осадков. Дневное время плюс 14, ночью плюс 6, ветер западный, скорость 5 метров в секунду. В Тольятти тучи, возможен дождь. Днем плюс 13, ночью 8, выше 0, западной 4 метра в секунду. В Самаре облачно с прояснениями, небольшой дождь. Днем плюс 13, ночью плюс 8 градусов, западный ветер 4 метра в секунду, атмосферное давление 752 миллиметра ртутного столба, влажность воздуха 59%. В геомагнитном поле небольшие возмущения. Прогноз погоды предоставлен погодным порталом kismeteo.ru.